нравится так? Это ты что делаешь? Расскажи мне. Миша, а ты где? Посмотри, какая красота. Ой, батюшки мои. Миша, а ты? Иди попрыгай. Ну, вдвоем с братом. Ай, как красиво! Ой! Как выходной? Чего тут? Ты меня снимаешь, что ли? Вова, он же не из таких, которые лазят. И Катя с ним стали так в сторонку и жмутся. Миша, вот, Сережа. И насколько долго это будет держаться, твоя татушка? Я пока не скупаюсь. Не знаешь? Я не знаю. Ну, давай, подожди. И что? И где? Поехали. Круто. Вот сейчас так получилось. За тобой же... А что нет, там было? Нет, не получилось тебе. А что такой звук-то? Давай еще раз. Звук-то должен же быть красивый. Может, треснул ты бокал? Да нет. Они пустые, звенят хорошо. Посмотрите, как играет шампанское. Шампанское и розы. Вечером мы решили себя порадовать. Вот такой торт птичье молоко купили, эскимо. Это моя любимая Катюшенька принесла. Катюшенька. Да. Таня, давай порежем и будем пить вкусный чай с вкусным тортом. Давайте, 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 давайте. Порежем красивенько. Посмотрим, что у него внутри. Распаковка торта называется. Любимый самый момент. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Покажите, что внутри, пожалуйста. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот сюда мне, пожалуйста, вот сюда. Вот эту красоту. Ой. Ой. Ой, мама. Это птичье молоко, Кать? Ну да, да. Эскимо вот так вот выглядит. Сейчас будем пробовать вкуснятина. Масечка, ну, ты хороший мальчик? Масечка, что, тебе не нравится? Скажи, нравится тебе? А? Масик. Очень нравится, поэтому... Судя по хвостику, как-то не очень.